Рождество не про то, как нам дорог семейный уют. Рождество. Рождество не в открытках, которые близкие шлют, не в беседах под треск, уголечках, каминов старинных. Рождество — это в яслях младенец прекрасный. Рождество — это в сердце моем Иисус. Рождество — это в сердце моем Иисус. Рождество не в подарках, не в свете гирлянды, а в нем. Рождество. Потому что не надо там в школу вставать очень рано. Не в делах милосердных, не в милостыне Рождество. Не в служении стройном, хоть это звучит, может, странно. Рождество — это в яслях младенец прекрасный. Рождество — это в сердце моем Иисус. Рождество — это в яслях младенец прекрасный. Ни в молитвах, ни в песнях, ни в проповедях Рождество. Рождество. Не в речах зажигательных и не в шедеврах Иисуса. Рождество. Рождество не про то, не про то, не про то, не про то. Рождество вообще не про что-то, а про Иисуса. Рождество — это в яслях младенец.